После этого ЧП на трассе в Актюбинской области все рейсовые и городские автобусы страны проходят тотальную проверку. В Кустанайской области проверять все виды автотранспорта начали еще с декабря и продолжают по сей день. Правоохранители тщательно отсматривают автотранспорт, проверяют наличие медицинской аптечки, огнетушителя и в порядке ли документы водителей. Водительское можно? Да, конечно. Сейчас путевое есть дело? Под пристальным вниманием полицейских регулярный, нерегулярный и транзитный транспорт. За 9 дней этой акции в области выявлено свыше 1000 нарушений правил дорожного движения. 31 водитель задержан за управление транспортом в состоянии опьянения. Для граждан, для чего, во-первых, это для граждан, чтобы им было спокойно ездить на маршрутных автобусах, чтобы избежать там вдруг в случае пожара. Вдруг необходимой первой медицинской помощи гражданам, которые передвигаются на маршрутно-транспортных средствах. Вот в данном случае проводится данное мероприятие. В прошлом году в области произошло 140 пожаров на автотранспорте, из них 5 в автобусах. В прошлом месяце этого года в регионе зарегистрировано 12 возгораний, и один пожар случился в автобусе. Основной причиной пожаров является короткое замыкание электропроводки, неисправность системы автомобиля. В связи с чем мы проводим такие профилактические мероприятия, как акция «Безопасный автотранспорт». Она проводится ежегодно. Также взаимодействие с МПС мы проводим не только и автомобили, и общественный автотранспорт, и грузовой автотранспорт. Водителями общественного транспорта за время проведения акции «Автобус» допущено 181 правонарушение. Как оказалось, в основном водители пассажирского транспорта используют сотовые телефоны за рулем, игнорируют предрейсовые медицинские осмотры и нарушают правила маневрирования. Дмитрий Гуренко, Динара Абдирова, Елена Щегельская, РТН.